Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире первая студия телекомпании РГВК «Дагестан», и мы готовы прокомментировать основные события прошедшей недели. Итак, я представлю наших участников и назову темы. Начнем мы сегодня с трагедии в Кизляре. То, что произошло у стен православного храма, буквально потрясло всех своей бесчеловечностью. Как известно, в этот же день глава нашей республики в Кизляре провел оперативное совещание, и о том, какие задачи были поставлены, мы попросили рассказать Гайдарбекова Мурада Магомедовича, официального представителя Министерства молодежи нашей республики. Вторую тему мы решили посвятить развитию и укреплению системы среднего профессионально-технического образования в нашей республике. Серьезные усилия в этом направлении предлагает сделать председатель правительства Артем Алексеевич Сдунов. О состоянии дел в отрасли нам расскажет Али Абдуллаевич Абдуллаев, председатель Союза директоров всех этих образовательных учреждений и руководителя Кизлярского профессионально-педагогического колледжа города Кизляра, как я уже сказал. Так, ну и, наконец, наша третья тема. Страна с большим удовольствием в очередной раз отметила День защитника Отечества. К нам в студию мы пригласили профессионального военного Амаргаджиев Гусейн Магомедович, исполняющий обязанности начальника отдела призыва военного комиссариата нашей республики. Итак, первая тема – трагедия в Кизляре. Мурат Магомедович, вы знаете, я вам хочу сказать о том, что вместе с Кизляром скорбила вся республика. Я знаю о том, что все телекомпании отменили развлекательные передачи на всей территории нашей республики. Мне сейчас вспоминается о том, что всякий раз, когда мы здесь, в столице Дагестана, проводим какие-то большие республиканские мероприятия, вот всегда мы приглашаем кизлярские художественные коллективы. Песни, танцы, великолепный хор. Вы понимаете, ни один праздник не обходится без коллективов Кизляра, которые вот несут необычайную энергию и, можно сказать, саму жизнь. Да? И вот когда эту жизнь кто-то отнимает, становится больно. Больно всем, всей республике. Пожалуйста, вам слово. Прошу вас. Прежде всего, хотелось бы выразить слова соболезнования всем погибших в этом чудовищном преступлении, которое ничем не может быть оправдано. Знаете, это преступление подняло на поверхность проблемы нашего общества, показало его уязвимость. По сравнению, конечно, с 90-ми, с нулевыми, наша жизнь стала более стабильной, более безопасней. Но на фоне, наверное, заявлений о нескольких лет без террористических актов, наверное, это усыпило немного нашу бдительность. Ведь проблемы, они не иссякли, проблемы не нивелировались сами по себе. Проблемы остались, и в том числе и в молодежной среде тоже. Понимаете, никто не гарантирует, что такое же событие, скажем, не произойдет в другой части Дагестана, нашей республики, по России. Мы помним, что в 2017 году группа подростков напала, совершила нападение на сотрудников правоохранительных органов. Это было буквально недавно. И вот еще одно событие. Проблема – это недостаточность профилактических мер, которые предпринимаются в нашей республике. У нас недостаточно работают с молодежью же. Понимаете, основная категория людей, которая в том числе и обращалась, и уезжала в ИГИЛ, на территорию Ближнего Востока, это молодежь от 14 до 30 лет. И теракты, которые совершаются, в том числе и в нашей республике, совершаются именно этой категорией молодежи. Что можно предпринять, в особенности исходя из заявлений главы нашей республики? Надо начинать с низов, надо начинать с родителей. Ведь никто не спрашивает, а где его родители были, куда они смотрели. Надо укреплять, усиливать школьное образование, именно в тандеме воспитания и образования. Надо усиливать образование именно высшее образование. Но и это не гарантирует, что мы будем защищены от тех или иных опасностей, которые нас окружают. Понимаете, есть примеры Волгограда, когда кандидат технических наук Андрей Красиков уехал в ИГИЛ. Или же бывший глава ОМОН Таджикистана. На мой взгляд, нужно усиливать работу также в плане идеологии. Понимаете, недостаточно работать только над улучшением социальной жизни.
молодежи в том числе. Нужно тем же идеологам, да, идеологам радикализма, нужно дать контраргументы. На этом совещании Шейх Саидов Хизри Исаевич тоже сказал, надо, значит, начинать со школы, нужно начинать с родителей, нужно смотреть, значит, как у нас налажена работа в вузах, в среднеспециальных учебных заведениях. Понятно. А что конкретно нужно менять? Какие акценты нужно делать? Может быть, я не знаю, пожалуйста, вы специалист. Я считаю, что ничего нового, в принципе, придумать не нужно. Велосипед изобретать нет смысла, тем более открывать Америку. У нас есть рычаги достаточные. Просто более добросовестно, да? Добросовестно подходить. И более, я бы сказал, искренне относиться к детям, школьникам, к учащимся вузов, СУЗов, как к своим детям. Видеть их проблемы, решать эти проблемы. Вот вы подняли тему насчет телевидения. Совершенно верно. Нужно создавать контент, который отвечал бы интересам молодежи. Я бы обратил внимание также и на родительские комитеты тоже. Не формально подходить, а действительно работать с родителями. Потому что ведь родители сам тоже нуждаются в этом. Он может, не найдутся просто ответы на вопросы своего ребенка. Али Абдулович, вы что-то хотели сказать? Здесь, во-первых, добрый вечер, уважаемые телезрители. Я бы здесь хотел, вот коллега, согласить я с ним. В принципе, но что-то от себя добавить, что нужно делать дальше для того, чтобы этих моментов не было, на мой взгляд, опытного педагога. Самое главное, я всегда придерживался этого принципа и всегда призывал всех. Самая почетная миссия на Земле – быть человеком. Надо сначала сформировать человека, а потом уже образование. Поэтому вот это надо вот в корне, если мы не будем этим заниматься, то эти проблемы дальше и будут. Второе. Все же таки те обучающиеся и в школах, и в СУЗах, и в ВУЗах, они как бы находятся в потенциальном поле. Как бы мы ни говорили, они все равно находятся под присмотром. Где-то что-то упускаем, где-то что-то надо, это согласен с вами. Но вместе с тем, где та молодежь, которая на рынках, которая не обучается, которая не занята, если мы проанализируем, основные все нарушения же оттуда. Поэтому вот каким образом вот с этой частью молодежи работать, вот над этим надо думать, на мой взгляд, сегодня в основном. Али Абдулаевич, вы сегодня только приехали из Кизляра, пожалуйста, да. Расскажите, как себя вы знаете, чувствуют это люди, о чем говорят? Нормальный пожалуйста. Человек это не может воспринять по-другому, это трагедия. Это, представьте себе, прийти туда и расстрелять этих старух. Это, я не знаю, его назвать кем-то, как можно, я не знаю, мы восприняли так все. Конечно, и соболезнования тем, кто, значит, родственникам, близким соболезнования выражаем еще раз. И сочувствие тем, кто пострадал. Там, и, знаете, там есть момент такой, есть упущение и с нашей стороны. Но я бы хотел здесь немножко обратиться и к работе полиции. По крайней мере, этот был такой день, праздничный день, да? Праздничный день, скопления там и так далее. Они ушли пораньше оттуда там и так далее, и так далее. И человек шел с ружьем по городу, и никто его не остановил. Понимаете, вся беда в этом. Если бы вовремя его остановили бы, может быть, этого и не произошло бы. Конечно. Ну вот как мы сказали, судя по всему, в правоохранительных органах будет серьезный разбор полетов. Разбор, да. Обязательно. Он сегодня идет, это... разбор полетов, я как и депутат. У нас в республике 20 православных церквей. Вот. Все прекрасно знают, когда идет служба, когда идут праздники, когда там собирается наибольшее количество людей. Вот здесь рядом, недалеко от нашей телекомпании, замечательная православная церковь в Первой Махачкале. Мы там иногда проходим мимо. Вы знаете, я всегда лично там вижу, значит, сотрудников полиции. Вот где-то вот рядом они всегда там находятся. Конечно же, эти объекты надо охранять, они должны быть под постоянным... Более основательно. Конечно, да. Итак, наша вторая тема, Али Абдулаевич. Мы говорим о развитии и укреплении системы среднего профессионального образования в нашей республике. Здесь вывод один. А дагестанской экономике очень нужны рабочие профессии. Это аксиома, это понятно. Расскажите, пожалуйста, о состоянии отрасли. Прошу вас. Система профессионального образования сегодня Республики Дагестан, если так вкратце,
то это более 70 образовательных учреждений среднего профессионального образования, более 40 тысяч обучающихся. Это более, 2750 там работников, педагогов и так далее. Ежегодный выпуск, в 2017 году было более 13 тысяч выпускников. Если говорить, какие направления подготовки, по блокам. Это и образование, и здравоохранение, и машиностроение, и сервис, и аграрный комплекс, и музыка, и спорт, и так далее. То есть по всем этим направлениям подготовка. Вы знаете, сегодня, если говорить о системе профессионального образования, она как бы востребована сегодня и государством, и обществом, и самими детьми. Смотрите, автомобильно-дорожный колледж, да, какие замечательные специальности они дают нашей молодежи, да, медицинское училище. У нас медицинские училища в Махачкале, в Каспийске, в Дербенте, в Кизляре, по-моему, да. Давай. Если вот молодая девушка получила это прекрасное образование, считайте, что, в общем-то, она всегда найдет себе работу. Если она по каким-то причинам не захочет идти работать, она может, в конце концов, делать соседям уколы, мерить давление и тоже, в общем-то, может зарабатывать. Поэтому здесь замечательный политехнический колледж, да? Вот вы сказали, колледж машиностроения и сервиса тоже пользуется в Каспийске, большим интересом. Начиная с Кизляра, профессионально-педагогический, электромеханический, хороший колледж. Культпросветучилище. Сейчас, да. Аграрный колледж, энергетический колледж. Энергетический колледж в Каспийске. Я когда не знал, проезжал мимо, я думал, там администрация города или какое-то крупное управление. Оказывается, это всего лишь энергетический колледж. Но как построен, как сформирован, там великолепный спортивный зал, прославленный чемпион Курамагомедов занимается. В общем, на самом деле у нас очень много хороших среднеспециальных технических училищ. Однако, вот я разговаривал с вашими коллегами, директорами, там в основном жалобы как бы на финансирование. Финансирования не хватает и материально-техническое оснащение. Да. Так, пожалуйста. В этом плане. Давайте. Здесь, говоря об учебно-материальной базе, можно сказать, что в последнее время вы сами называли эти хорошие образовательные учреждения, можно в каждом городе их назвать. У нас есть и два ресурсных центра, два многофункциональных центра подготовки кадров, рабочих кадров и так далее. Три образовательных центра, где и дополнительное образование, и повышение квалификации педагоги проходят. Это в Кизляре, Буйнакске и в Дербенте на базе педагогических колледжей. И так далее. Здесь последнее время можно сказать, что в этом плане есть движение вперед, но оно недостаточное. Недостаточное в каком плане? Сегодня требования к профессиональному образованию, среднему профессиональному образованию, куда придали и подготовку рабочих кадров, которые ранее готовили это училище наше, профтехучилище, да? Сейчас передали среднему профессиональному образованию в соответствии с законом. Поэтому здесь требования таковы сегодня. Наша база и наши выпускники должны соответствовать международному стандарту. Мы должны в ближайшее время перейти на демонстрационные экзамены. То есть демонстрационный экзамен что означает? Это означает, мы готовим, а их квалификацию проверяют совершенно другие. Они могут быть из Москвы, оттуда. То есть переходим на соответствие международному уровню подготовки кадров. Но здесь, не имея соответствующую учебную материальную базу, я к этому как раз перехожу, не имея, это очень сложно сделать. Поэтому в этом плане мы отстаем. Знаете, почему отстаем? Потому что нет денег, да? Али Абдуллаевич, смотрите, министерство, да, если они профинансируют там заработную плату, какие-то другие расходы, да, это хорошо. Но в полной мере, да, заменить оборудование, интерактивные классы, многое-многое другое, скорее всего, министерства не смогут этого сделать. Смотрите, какой я предлагаю пример. Вот энергетический колледж, о котором я говорил, да, я посмотрел, замечательный, красивый энергетический колледж Каспийский.
списке. Я открываю официальный сайт, вижу фотографию директора этого колледжа, но сверху я вижу другую фотографию, да, фотографию председателя попечительского совета Шамиль Рамазанович Муртузалиев. Это известный российский предприниматель, советник главы республики. Так вот, многие вопросы, связанные с координацией, с финансированием, судя по всему, я так думаю, что этот человек берет на себя. Поэтому, в общем-то, этот колледж вот в таком состоянии, я так думаю, что, в принципе, более-менее финансирование там идет. Хотя, наверняка, и они нуждаются в дополнительной поддержке. Смотрите, к чему я веду, да? У нас много медицинских колледжей, но у нас много и частных медицинских, крупных, богатейших центров медицинских. Ну, давайте попросим руководителей этих центров войти в попечительский совет медицинских училищ, которые могут и поддержать. Да? То же самое колледж машиностроения. У нас есть промышленные предприятия, у нас есть КЭМС, у нас есть ДАК-дизель. Неужели они не могут войти в попечительский совет каких-то колледжей? Могут. Могут помочь? Могут. Вот, мне кажется, что аграрные колледжи. У нас какие есть замечательные сельскохозяйственные предприятия? Неужели руководители этих предприятий не смогут войти в попечительский совет этого колледжа? Да они этот колледж золотым сделают. Они его так оборудуют, что со всей страны приезжать будут и любоваться. Потому что у них есть деньги. Главное обратить на это внимание и помочь этим колледжам. Я думаю, что только этот путь, он может привести к нужному результату. Смотрите, что я еще хочу сказать. Мы говорим о популяризации, да, рабочих профессий. Владимир Путин, глава нашего государства, лично поддержал чемпионат рабочих профессий. Мы сначала думали, что это такое, но сейчас это движение получило всероссийский размах, и у нас в Махачкале проходил очередной этап. Понимаете, делается все для того, чтобы поддержать профессионально-техническое образование. И в этом участвует глава государства Владимир Путин. Так давайте и на в общем-то, региональном уровне также подключимся к этой работе, и я думаю, мы решим вопросы и оснащения, и финансирования наших колледжей. А то, что они выпускают прекрасных специалистов, по прекрасным профессиям, это действительно так. Хотя вопрос качества преподавания, он и вас тоже касается. Здесь тоже нужно потянуться. Смотрите, у меня какой к вам вопрос. Нам нужны строительные профессии. Мы когда спрашивали наших строителей, руководителей компании, они говорят, чаще всего у нас строят самоучки, занимаются строительством, да, каменщики, там, я не знаю, по бетонным работам, маляры, штукатуры. Вот нам нужны эти профессии, и еще нам очень нужны специальности, связанные с жилищно-коммунальным сектором экономики, слесари, сантехники, вот в этом направлении. Скажите, пожалуйста, что здесь можно предпринять? Есть у нас 50 таких профессий, топ-50 называется сейчас уже в реестре. В реестре уже есть, да? Они уже, мы по 40 уже начали подготовку. По этим 40 профессиям и специальностям начали подготовку, перешли уже на это. Если можно, Олег Владимирович. Проблемы. Переходим к третьей теме. Ладно, у нас все-таки эфирное время. Проблема, я скажу. Давайте. Хочу сказать, все-таки это главная же проблема, пути решения этих проблем, а не то, что мы озвучиваем эти проблемы. Хорошо вам говорить. Вот система образования, она единая система, все уровни там, что вы говорили, начиная с дошкольного, кончая дополнительным образованием, вузовское и дополнительное дальше. Если какое-то звено этой системы выпадает, значит, система дает сбой. Это чтобы знали. Дальше вот здесь хотелось бы, вы знаете, проблема в чем? Вот не решив проблему педагогического образования, мы не решим ни одну проблему. Что бы мы с вами сегодня ни говорили, уважаемые коллеги, вот сегодня нехватка учителей, да, в школах. Если в основной школе нет, учителей учат там, дальше нам тоже сложнее это делать. Вот смотрите сейчас, сколько в первых классах в школах, посмотрите, сколько первых классов. Это 5-7 первых-вторых классов. Они в ближайшее время, скоро будет катастрофическая нехватка педагогов. Они перейдут в пятый класс, вот
ближайший год-два перейдут. Там и так учителей не хватает. Нету физиков, нету математиков, химиков нет, иностранцев нету и так далее. И если мы не решим эту проблему, вот хорошо, что правительство понимает, что надо решить, и хорошо, что новый министр в ранге вице-премьера, легче будет, наверное, решать эти проблемы. Угу. Есть пути решения этой проблемы. Татарстан тот же, где наш премьер откуда. Он хорошо это знает. Там те, кто обучается на педагогических специальностях, им 15 тысяч рублей ежемесячно стипендии добавляет регионального бюджета Татарстана. И потом после окончания ему там 3-5 лет еще добавляют к заработной плате какую-то сумму, там 10 тысяч или сколько. Но он должен отработать в этой школе 5 лет потом. Он оседает там, женится там и так далее, оседает. Ну, у нас тоже есть возможность в республике. Мы говорим, какова возможность республики. Конечно, безусловно. Вот здесь, вот колледж, так, колледж педагогический, педагогический вуз и университет классический. Мы можем наших выпускников, они могут по сокращенной программе готовить, но тут же должен быть, школы же муниципальные родные, муниципальные. Если муниципалитет не будет принимать участие в этом, муниципалитет пусть там земельный участок или что, какой-то социальный блок. Если мы такое соглашение заключим и начнем, если сегодня мы не начнем это делать, завтра будет очень тяжело. Я думаю, с приходом нового министра и в ранге премьера, и сам председатель правительства это понимают, я думаю, что будут... Ну, будем надеяться. Дело в том, что на протяжении многих лет и педагогический университет, и Дагестанский государственный университет, другие вузы, они выпускали специалистов по всем необходимым профессиям. Там и физики, и математики, и филологи, и по другим предметам, и биологи, понимаете? Просто-напросто сейчас как-то нужно будет собрать этих специалистов и заинтересовать с тем, чтобы они прошли курсы переподготовки, получили лицензию и приступили к образовательному процессу. Но людям должно быть выгодно. Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы прийти в школу и, извините меня, мотать нервы с большим количеством детей. Также можно с 1 января техничка, заработная плата его в штатном расписании, ее 9,5 тысяч рублей. Базовая ставка педагога 18 часов, да? Ну, две ставки вести невозможно, это в расписание не впишешь. Полторы ставки, да, максимум. И скажите, 8200 рублей базовая ставка педагога. Здесь 9,5 технички. А с 1 июня или июля, мая, я не помню сейчас, уже будет доведено до прожиточного минимума, там 11 с лишним, 12 тысяч рублей зарплата этого персонала. А педагогов, она отстает от этого. Поэтому молодой человек, чтобы шел в эту школу после выпуска, надо, наверное, какие-то меры принимать. С такими цифрами, конечно, никакой речи о реформе образования и быть не может, безусловно. Но эти цифры можно поменять. Их можно поменять легко и быстро. Желание. Для этого нужно собирать налоги, для этого нужно вести... правильную экономическую политику в регионе, и тогда будут деньги. И для учителей будут деньги, и для воспитателей детских садов будут деньги, и для ваших преподавателей тоже будут деньги. Вот. Будем надеяться, что все реформы, все преобразования нашей республики дадут реальный результат. Подожди. Спасибо большое. Мы переходим к третьей теме. Итак, накануне мы отметили День защитника Отечества. У нас в студии Маргаджиев Гусейн Магомедович, исполняющий обязанности начальника отдела призыва военного комиссариата нашей республики. Гусейн Магомедович, первый вопрос, он касается призыва наших молодых людей в службу в армии. Вы знаете, ну цифры просто, конечно, говорят сами за себя. Всего 60 тысяч молодых людей нужно как бы призвать. Ну, по закону, по возрасту и так далее. Да? Ну, призывают 1000-1500 всего-навсего. Скажите, пожалуйста, а какова ситуация с призывом? Какова тенденция в части увеличения числа призыва? Пожалуйста, все самое важное, интересное о службе в армии. Прошу вас. Добрый вечер, уважаемые телезрители. С праздником вас. С праздником, да. Вчера 100-летний юбилей был создания вооруженных сил. Поэтому от имени военного комиссара, от имени работника военного комиссариата, от себя лично, конечно, я, жители республики, поздравляю с этим праздником. Что касается вопроса призыва, значит, немножко цифры, чуть-чуть вы неверные цифры. Пожалуйста, год,
В год в среднем призывается 3000 призывников. 3000? 3000 призывников. Угу. Вот за 17 год мы войска отправили призывников 3000 человек. 3000. Ну, помимо этого у нас поступают высшие учебные заведения, военные высшие учебные заведения, и средние, это в среднем 250-300 человек. Да. И на военную службу по контракту, ну, в среднем цифра, в среднем 1000 человек вот, уходит по контракту тоже от республики, угу. Молодые ребята. То есть 3000 плюс 1000, да, 4000, да? Уже. А желающих и вообще по закону у нас должны как бы служить, да, несколько десятков тысяч. Десятков тысяч, согласен. Да. Понятно. Какая информация о том, как служат наши ребята? Ну, мы, например, не слышали в последнее время каких-то вот скандалов, ЧП. Какая информация у вас? Значит, в целом у нас ребята все служат хорошо. Они все, ну, так как мало набираем, они отобранные ребята с высшим образованием, изучены. И очень хорошо. Ребята, которые, да, чуть постарше по возрасту. Да, иной раз это мешает, потому что они, угу, попадают в среду с другими, и чуть-чуть, когда исполнение воинской обязанности, они себя чуть выше ставят, как, да, да, как взрослые, как постарше. Угу. Чуть-чуть. Ну, в целом положительно. У нас вот мы анализировали буквально недавно, значит, есть, конечно, и нашумевшие преступления были, вы знаете, в прошлом году там, связанные с расстрелом сослуживцев. Там, ну, это все уже, в принципе, в прошлом, последнее время. В этих вопросах у нас все стабильно, хорошо. И положительных писем больше, чем отрицательных. Отрицательных, ну, меньше 1% ребят привлекаются к уголовной ответственности там, за нарушение тех или иных. В основном это статья невыполнения уставных взаимоотношений. Это ну, что есть. Говорят в Минобороне, можем мы как-то рассчитывать на, в дальнейшем на увеличение числа призывников? Сейчас это 4 тысячи вместе с контрактниками, ну, скажем, 5-6 тысяч. Ну, сейчас этот вопрос мы после каждого призыва мы с ходатайственным письмом военный комиссар. То есть обращаетесь, обращаемся, да? На имя министра обороны и от имени глава республики тоже пишет письмо по итогам призыва. Каждый год мы обращаемся. Но с учетом того, что вот к новому облику армии перешли, в основном она укомплектована контрактниками. И исходя из призыва, ну, ни для кого не секрет, это в среднем 150 тысяч человек со всей России призывается. Думаю, в ближайшее время изменения вряд ли будут в этом направлении. Угу. Понятно. Гусейн Магомедович, есть еще один такой вопрос. Очень многие молодые люди хотели бы связать свою жизнь с армией, то есть стать кадровыми офицерами. Да? Ну, на самом деле, сейчас много говорят о том, что, в общем-то, социальное положение военнослужащих изменилось. Мы прекрасно знаем о военной ипотеке, есть такое понятие. В общем-то, и заработная плата, и довольствие, там, в общем-то, все хорошо. Но есть проблема. Наши молодые люди не знают, как подойти правильно к этому вопросу. Вопросу поступления в военные училища. Да? Нужна информация, нужна помощь в этих вопросах. Скажите, пожалуйста, что делать родителям и самим ребятам, которые хотят стать кадровыми офицерами? Этот вопрос, в принципе, у нас ежегодно идут ребята, поступают. Есть определенный порядок подготовки документов, оформления личных дел кандидатов, поступающих в высшее учебное заведение военное. В январе месяце у нас, с января месяца начинается так называемая первоначальная постановка на воинский учет. Это все юноши с года исполнения 17 лет и кому исполнилось 17 лет. Они проходят, становятся на воинский учет, проходят свои медицинские комиссии. И в период прохождения первоначально с этой категории работают работники военных комиссариатов и педагоги работают, значит, изъявившие желание поступить в те или иные военные институты, там же пишут заявления, рапорта, и на них оформляется второе дело, помимо призывника, еще кандидата, поступающего в высшее учебное заведение. Понятно. В год около, вот по разнарядке 900 человек, 1000 человек, у нас разнарядка бывает. Мы отбираем это количество. 900 тысяч на республику? Нет, 900 человек, ну, иногда 1000 на республику. Ну, разнарядка хорошая дается. Цифра. Хорошая цифра. Хорошая она, в принципе, цифра, да. И там конкуренцию создает хорошую. И не было еще, чтобы мы не отобрали этих людей. Угу. Желающих хватает. Ну, на самом деле довольно непростая, сложная система подготовки, целое дело, как вы говорите, вы заводите и смотрите состояние здоровья, и педагоги работают, ну, серьезная постановка ситуации, ну, это, в общем-то, и правильно. Ну, я добавить хочу, ну, можно не только, в принципе, поступить в высшее учебное заведение, связаться с военной службой, можно на военную службу по контракту поступить тоже. Вот некоторые изменения произошли, Давайте. Части касающиеся отбора на военную службу по контракту. Ранее на контракт могли поступить только граждане
после окончания военной службы или имеющие высшее образование. Диплом высшего образования. Значит, внесли изменения, что помогло нам тоже. Значит, сейчас можно со среднеспециальным и среднепрофессиональным образованием поступить на службу по контракту, минуя службу по призыву. Ну, контракт надо подписать на 3 года. Первый контракт на 3 года подписывается. И из категории, вот, которых мы отбираем, но они в дальнейшем могут свою жизнь уже связать с военной службой и пройти до конца. И в зависимости от ситуации уже дальше поступить, учиться и расти по службе. Более половина вот, из ребят, которые 1000 человек, если мы в среднем берем за год, более половина – это ребята, которые не служившие, среднеспециальные, среднепрофессиональные, которые ушли за прошлый год на военную службу по контракту. И, в принципе, там есть одна особенность. Значит, если ребята призывного возраста поступают, через год ему, как говорится, надоела эта служба, он говорит, я не хочу дальше, у меня год прошел. Военная служба по контракту, когда засчитывается для призыва, 2 месяца как 1 месяц. То есть он год по контракту прослужил, изъявил желание, больше не хочу. В таких случаях гражданин увольняется с контрактной службы, но с вооруженных сил не увольняется. Переводится разряд призыва, подсчитывает, ему осталось 6 месяцев дослуживать, все, по призыву уходит домой. Понятно. Некоторые будут. Понятно. Ну что ж, ну в принципе все делается для того, чтобы было удобно нашим молодым людям. И еще один вопрос, тоже с моей точки зрения достаточно важный. Мы сегодня много говорили о школе, о начальном образовании. Вот в школах есть такой предмет, ОБЖ называется, да, основа безопасности жизнеобеспечения. Ну, прямо я вам скажу, не очень интересный предмет, не очень востребованный. Вы помните, в наших российских школах, в наших советских школах был такой предмет НВП, начальная военная подготовка, да? Да. Вот, наверное, одобрительно киваете головой. В принципе, это было интересно. К нам приводили кадровых военных. Это были летчики, это были танкисты, это были десантники, которые приносили с тобой разные интересные вещи. Да? Мы знали, что такое разобрать и собрать автомат, когда мы учились в школе, когда мы учились на этом предмете, начальной военной подготовке. Нас возили в воинские подразделения, где мы там также, в общем-то, все это смотрели. Это был один из самых интересных предметов в нашей школе. Вы понимаете? Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение об этой проблеме, и можно ли каким-то образом вот эту ситуацию исправить? Я вам больше того скажу, это абсолютно политический вопрос. Это очень серьезный политический вопрос, поскольку речь идет о военно-патриотическом воспитании. Пожалуйста. Ну, мы сами тоже, когда обучались в школе, проходили НВП. Значит, действительно, очень интересный предмет был, особенно для юношей, и интересно было. Ну, я вам скажу, по ОБЖ, в принципе, они часто вопросы НВП охватывают. Значит, у нас те же преподаватели ОБЖ, это в основном бывшие военнослужащие, значит, они так или иначе эту тему затрагивают. Выпускные классы ежегодно, значит, двухнедельные курсы тоже проходят, сборы, так называемые, стрельбы тоже бывают. Ну, НВП, он более военный предмет был, скажем так, чисто. И ребята уже после этого предмета, какие-то уже более-менее подготовленные, уже подходили к вооруженным силам. Да, я вынужден... Да, да. И с желанием подходили к военной службе. Я вынужден признать, вот мы же всех ребят отправляем через призывной пункт. Ну, очень многие даже воинские звания различить не могут. Ну, то есть отсутствие предмета уже сказывается. А раньше было, мы, конечно, сторонники НВП. И строевая подготовка была, и разборку знали, порядок ношения формы одежды знали. И в целом у них какое-то желание... служить Родине вырабатывалось там на этих предметах. Конечно, да. Конечно, Гусейн Магомедович, а самое главное, действительно, мы с желанием шли на эти уроки, мы ждали этих уроков, потому что было интересно. А в образовании это очень важно, чтобы педагог, учитель, наставник, он заинтересовал ребят своим предметом. Но в данном случае мы, наверное, идем к тому, что, в общем-то, всю ситуацию можно исправить. И вы, военные, наверное, готовы, да, прийти, показать, пригласить к себе, вернуть, в общем-то, весь этот интерес к предмету. Я так понимаю, что вы не откажетесь. Нет. Дело в том, что мы, в принципе, эта работа частично проводится, и работники военного комиссариата проводят в некоторых школах по графику уроки мужества, уроки патриотизма. Значит,
Минмолодежи с нами участвуют. Значит, вы сейчас знаете, год-полтора уже развернулось так называемое движение «Юная армия». Значит, там тоже военно-патриотическое направление очень хорошее. Но там проблема в том, что охват не стопроцентный. Как раньше было НВП, это стопроцентный охват был. Есть разные соревнования, годинг строевой, такие вот на базе нашего сборного пункта в том числе проводятся. Но там охват, конечно, ограничен. Понятно. Ну, будем надеяться, что вернемся мы к обсуждению этой темы, может быть, на другом уровне, может быть, наши аргументы и ваше мнение услышат заинтересованные люди, и, может быть, мы будем менять ситуацию. Гусейн Магомедович, Али Абдуллаевич, Мурат Магомедович, вам большое спасибо за то, что вы сегодня пришли, осветили основные события прошедшей недели. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, за ваше внимание. Всего доброго.